снаряд влогов про Анталию. Мы сегодня выезжаем из номера люкс. Первое утро, идем на пляж. Данная территория пляжа относится к отелю Lara World Hotel. Итак, это обзор детского уголка. Ну что, обзорчик обеда. Папа подсел на чаёк. Да. Вкусный? Чай пахнет хорошо вчера. Детская площадь. Лучшая реклама. Друзья, всем привет. Меня зовут Руслан. Вы находитесь на моем канале. Если еще не подписывались, подпишитесь обязательно. Будет интересно. Сейчас начинается ряд влогов про Анталию. Давайте покажем. Вдалеке видно горы. Мы сегодня выезжаем из номера люкс в отеле Lara World Hotel и покажем номера, которые попроще. Первое утро, идем на пляж. Сегодня позволили себе поспать подольше. Проснулись где-то 8:30, ну и лег где-то около 2 часов. Вот, собрали вещи. Когда вернемся, нас уже переселят в другие номера на первом этаже. Это какие-то стандартные номера будут. Ну, заодно и сделаем обзорчик. А, номер люкс, засняли, отфотографировали. И сейчас идем делать самое крутое место для ребенка на пляже. У нас свой зонт, у нее свой бассейн. Про все расскажем, про все покажем. Единственное, что по дороге на пляж нигде нету свежевыжатого сока и дондурма. Вечером пойдем на разведку, поищем заодно банкомат наш. Сейчас где-то 11 час, очень много детей, уже почти надули матрасик. Камушки набираем. Данная территория пляжа относится к отелю Lara World Hotel. Именно в данном месте очень красивый подводный мир. Всем советую. Очень советую посмотреть мою уличную тренировку и поставьте лайк мне. Буду признателен. Итак, это обзор детского уголка Lara World Hotel. Ребенку нравится. В общем, двое качелек тут есть. Горочка. Вот такая штучка с деревянными штучками, штучка с штучками, каруселька, винтовая горка, но на ней, наверное, сейчас жарко. Это уже взрослая развлекательная площадка, два гамака, вот какая-то тюленька симпатичная лежит, бассейн. В общем, классно. Для ребенка возраста 2,5 года, 3 года. Главное, качелька, бассейн, пока она боится. Но я думаю, это дело времени. А мы почему здесь? Мы уже позагорали после завтрака. Я все время плавал, 2 часа под водой, на воде. Очень классно. Рыбок много. Вот. И сейчас мы ждем заселения в новые номера. Хотели подняться в номер, мы уже приготовили заранее вещи. А все наши вещи без нашего ведома уже спустили на первый этаж. Мы их там нашли. Теперь ждем, когда нас переселят
в новые номера на втором этаже. Про них тоже расскажем. Давайте с нами. О, есть дартс. Можно будет поиграть в киллер. Гамачки, бар у бассейна. Бассейн маленький, бассейн большой. Лаудзона. Неограниченный кофе. Да, тут с кондиционером. Классно. Можно отдохнуть. Ну что, обзорчик обеда. Куриный суп. Утром был чечевичный. Куча всего сладенького. Фрукты. Что у нас? Яблочки есть. Какие-то еще интересные фрукты. Чай, кофе. Здравствуйте. Вот тут газировочка сладенькая. Неограниченное количество водички. На улице сейчас очень жарко. 47 градусов. Красиво, но мы останемся в помещении. Пойдем посмотрим, что у нас тут есть. Да. Спагеттики будешь, да? Спагеттики для картошки, либо куриные что-то. Что-то с мясом, рис, чили-перчик вчера попробовали, соленья, куча соусов, салатиков, вегетарианцев тут еще. Смотрите, шафран, красный перец, мята, тимьян, черный перец, корица. Нет, что будешь? Показывай пальчиком. Морковка. Тут у нас помидорка с перчиком. Помидорки, лучок, кукуруза. Тарелочки. Тут какие-то салатики с курочкой. Соусы. Вот, тут бобовые есть. Смотри, печеные овощи. Сырок. А тут вот такая картина со слоником и жирафом. Лёва грузовичок, он всегда на помощь придёт. Лёва грузовичок, он всегда на помощь придёт. Ну что? Все, ребят, снимать надо, но всего хорошего понемножку. В принципе, видели, да? Выбор еды есть. В плане еды нам все нравится. В плане дизайна первого этажа нам все нравится. Но вот по номеру люкс, что нам не понравилось? В целом, громкая музыка, подтекает ванна, отваливается. У джакузи низ. Были приятно удивлены, что тут есть детские стульчики из Икеи. Они стоят по углам. Штуки 3 мы точно видели. Вот. В том уголочке есть один. В том уголочке. Один мы забрали. Поэтому с детьми тут отдыхать можно. Выбор еды для детей есть. С утра готовят сырники. Так, что мы взяли? Огурчики, несколько видов чили, перец. Это, скорее всего, редька, либо... Да, редька, наверное. Лист салата, укроп, сверху нут, печеные баклажаны, кабачки, несколько видов оливок, маслин, салат. Яна взяла арбуз. Вот это что такое, интересно? Хурма? Не хурма, апельсин какой-то? Непонятно. У Мички рис. У Яны где-то 4 вида салата. В чьих руках монтаж, тот и главный. Потом покажем, что мы только вот это съели. Арбузики и местную апельсинку. Мы подсели на кофе, папа подсел на чаёк. Да. Вкусный? Чай пахнет, красивый чай. Детская площадка. Лучшая реклама. Мы еще не пробовали. В местных стаканчиках надо почитать, как они называются.